Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Delivery from the Pain. Так, с водичкой у нас все норм. Водичка норм. Очистить? Ну, пускай начинает очищаться. Так, мне бы, наверное, надо перекусить что-нибудь. Так, газет какая-то тут у нас непрочитанная. Так, есть картошка, есть чипсы. И это все, что у нас осталось. Картошка и чипсы. Ну и испорченные консервы и кола. Так, это значит выбрасываем. А что тут у нас? Эй-эй-эй-эй-эй, надо прочитать эту штуку-то. Дай-ка я читкану. Так, сегодня полиция обнаружила большое количество незаконных наркотиков в районе Красных Фонарей. Согласно нашему исследованию, наркотики принадлежат Адольфу Флату, главе крупнейшей местной банды Торнс. Известный как Большой Брат, Адольф имеет большую историю преступлений, угрожающих опасности жителей. Однако он всегда избегал судебного наказания из-за отсутствия доказательств. Надеемся, что на этот раз закон по праву накажет преступника. А этот чувачок как раз к нам приходил. Приходил и сказал, чтобы я на следующий день пришел на какое-то собрание. Так, слушай, давай мы, наверное, сделаем вот этот вот железный забор. Он всяко будет лучше, чем деревянный, ну согласись. И, если честно, я бы еще хотел бы сделать шипы. Но шипов у меня, к сожалению, не получится сделать. Так, настроение, как оно у нас повышается? По-моему, массажер вот этот нам, да? По-моему, он нам прибавляет настроение. Да, еще как, смотри. Ух. Так, и надо что-нибудь перекусить. Гнили, очень много ребята гнили. Может быть, нам картошку запечь? Я могу это себе позволить? Могу. Жареный картофель, последний причем. То есть ни муки, ничего у нас не осталось. А в теплице это еще... Ух, еще совсем, совсем, ребят, не скоро это все будет готово. Так, давай я, наверное, съем последний картофан. И что у нас там по вооружению? Топор скоро придет в негодность. Так, починить. Блин, я могу только вот это починить. Да, о. Подожди, это нам не надо. А почему я не могу починить топор? Чего не хватает? Понятно, не хватает железа, не хватает. И что вы хотите сказать, чтобы я без патронов шел? Дай хоть патроны сделать. 25 штук изготовим. Мало, этого мало. Подожди, а что я переживаю? У нас же есть... ладно, топорик, допустим, сломанный. Но у нас есть, например, что? Ничего особенного нету. Такая вот дубинка есть. Наверное, все. Или помыться? Не, не буду мыться пока. Так, слушай, а куда я собрался бежать, если... Если у нас сейчас будет уже ночь? До утра спать. Надеюсь, зомби не придут. Пришли. Но это, блин, нет, ломают. Ломают, и не забор жестко. Так, ну что, где собрание, про которое протрезвонили мне все уши? Приходи, говорит, на собрание. Куда? В центральный парк? О, смотри, сколько открылось. Тут, кстати, еще один мост будет. Хорошо, отправляемся в центральный, друзья мои, парк. И будем смотреть, что нам здесь сулит. Вот они. Ты здесь? Боже мой, так много людей, какая редкая возможность, все выжившие тут. Почти, Миллер еще не пришел. Здесь все собрались? Я верю, что вы все меня знаете, я Адольф Лад. А вы также можете знать меня под Большим Братом. Да, с этого момента мы семья, мы братья и сестры. Члены семьи помогают друг другу, когда нужно. Без этой большой семьи... И на пушку только посмотрел, да? Прошу прощения за выражение.
Все здесь были бы мусором. Вы, ребята, можете не согласиться со мной. Вы можете думать, что это хорошо, чтобы выжить в конце света. Но надолго ли? Хантер Миллер, я знаю, что его тут нет. Кажется, он не принимает эту большую семью, но я должен ему позволить быть в ней. И все вы знаете мою точку зрения. Мы можем в скором времени погибнуть, если не будем друг другу помогать. Общими усилиями мы сможем найти отсюда выход. Так что тем, кто нарушит семейную гармонию, я преподам урок. Кровавый урок. Но он просто глупый паренек. Он не сможет никому навредить. Никто не сможет остановить его. Так, ты не имеешь права решать за кого-либо. Я верю, что ты... Давай-ка, наверное, первого возьмем. Ха, кто дает тебе право решать, как жить другим? Хороший вопрос. Я даю себе право. Мой голод – мое право. Моя воля к выживанию – мое право. Мой пистолет – мое право. Завтра я зайду к Миллеру для хорошего разговора. Есть те, кто против? Очень хорошо. Под высоким давлением каждый, кто полностью выходит из-под контроля, может быть монстром для других. Поэтому, чтобы защитить всех, чтобы все могли прожить дольше, мы должны работать как одна команда. Я слышал, что доктор Дюк исследовал вакцину против зомби. Если бы он ее сделал, то не было бы такого высокого давления на наши жизни. Да, я работал над вакциной, но приборы недостаточно хороши, а также потребуется много времени, чтобы получить нужный результат. В санатории Уэверли в северном городе есть ухоженная лаборатория. Там вы сможете продолжить исследование в лучшей обстановке. Звучит здорово. Я перееду туда как можно скорее. Вы можете не торопиться со своими исследованиями. Я дам вам достаточно времени. Кроме... О команде по спасению выживших, которую вы упомянули ранее, я слышал по радио. Что? Насколько я знаю, у них есть места, но мы находимся в очень опасной зоне, поэтому они не хотят приходить сюда и спасать нас. И этот город был закрыт долгое время. Координаты, которые они предоставили, должны быть единственной зацепкой для нашего побега из этого города. Но проблема в том, что это место крайне опасно. Их нежелание спасать также говорит о степени сложности. Определенно нелегкий выход. Я согласен. Так как вы получили новость первым, вы и должны что-то сделать. Я был в вашем укрытии. Приятно видеть, что вы способный человек. И вместе мы, скорее всего, сможем выяснить, как выбраться из этого городка. Но все эти планы небезопасны, поэтому... Все, кроме него, должны переехать в северный город и следовать моим указаниям. Я постараюсь изо всех сил помочь в создании самодостаточного убежища, чтобы у нас было больше возможностей. Погодите минутку. Все? Включая этих бесполезных женщин? Я ясно выразился, что все. Кроме того, если думаешь, что женщины бесполезны, то не забывай, что ты тоже женщина. Я готов согласиться с твоим указанием, но моя дочь Энджел слишком маленькая, я не хочу видеть, как на нее нападут по дороге. Так, но тебе нужно переехать в более безопасное место. Давай вот это вот возьмем. Но ведь тут безопасно, и если вы переедете в северный город, то мы сможем помогать друг другу, разве это не хорошо? Но слабая женщина, как я, может полагаться только на сильных героев, как ты. Мы сможем жить лучше и дольше, если будем помогать друг другу. Мы теперь семья. Ах. Окей. Это все, что я хотел сказать. Помните, что я сказал? Мы уже стали одной семьей. Все, можете расходиться. Депрессивное собрание наконец закончилось. Все пошли домой, думая о том, что буду делать дальше. Однако... Однако что? А нахрена мне этот топор? Я же его выкидывал. Давай снаряжать вот это вот. Так, ну что, я, насколько понимаю, станция береговой охраны. Давай посмотрим, пошуркаемся здесь. Уж больно мне интересно посмотреть, что тут есть.
Блин. Это специально так сделал, чтобы этот зомби только на меня смотрел? Блин, пялился. И ведь его не обойти. Смотри, там еще один зомбарь. И там... А кто там, смотри, такой ходит? Ты видел, какой там зомби ходит? Я тебе скажу, что здесь действительно зомби стали крепче. Меня это что-то вообще не радует. Так, мы взяли с тобой стрелы для арбалета. О, тут есть маленькая комнатушка, вот она. Слушай-ка. Очень как-то подозрительно, что никого здесь нету. Я буду забирать здесь абсолютно все. А тут мало лута, вон, смотри, сейчас закончится, по-моему. Так, это мы, наверное, разберем на тряпки. Это на кожу. Вот и все, вот и весь, ребята, лут. Такая, знаешь, шарашкина контора. Как она называется. Ладно. Давай двигаться. Здесь лута должно быть чуть больше. Вот это вот что за зомби, ребят? Вон, смотри. Смотри, какая хрень там ползает. И сюда нужно... Да что это за срань-то такая, а? Услышал, гадина. Даже это доходяга, и то, ребят. То есть ты хочешь сказать, что-то услышал, что ли? Хрена он не услышал. Пора, наверное, применять. Ну тут ладно, повезло нам. Кто там так кряхтит, а? Противно. А, это он так кряхтел. О, думать есть что. Я просто вот думаю, вот эта вот погонь, которая ползает, она легко убивается или нет? С щупальцами, которая там шоркалась. Это надо проверять. Это надо проверять. Так, ну, пока я вижу тут одни ресурсы, а в курсе, что мне без еды дальше не жить. Вот это вот гадость, я не знаю, ребят, насколько она мощная. Но выглядит она безобразно, если честно. Ой. Блин, даже не знаю, ребят, что сказать. Я тебе, знаешь, что скажу? Что эта гадость очень мощная. Даже из автомата по ней бомбить прилично. Так, ну что, я вижу, здесь отмычка нужна. Короче, с этими гадами в рукопашку, как я понимаю, бесполезно драться. Ну, нежелательно, можно так сказать. Слушай, а как вот этот чемодан, ящик? Или шкаф, шкаф, а, обходим здесь, понял. Блин, дайте мне хоть немножко еды-то, ёп, макарёк. Один патрон.
Ну что, я так понимаю, тут лут остался только лишь... Только лишь в сейфе. Вот в этом, да? А нет, вон еще есть. Еще есть один шкафчик. Посмотрим, проверим сейчас его. Так, поднять все. Читканем, что это тут у нас такое? Так, понедельник, 1 сентября 2008 года. Сегодня был мой первый день в новой школе. Я написал имя Хамфри Соломона в поле для имени и заметил удивление в маминых глазах. Однако она так ничего не сказала. Хоть ты и не моя биологическая мама, но ты лучше, чем та, которая была с моим продажным отцом. С моим продажным отцом. Если я пойду сейчас за отмычкой, я потеряю времени нафига. Поэтому предлагаю, друзья, наверное, сделать... знаете что? В ближайший пункт, который здесь сейчас будет от нас, навестить его. Мне главное, чтобы времени хватило на обратную дорогу. Время на изучение час. Доедет за 15 минут. Торговая улица Кентербери. Ну... Да ладно, вы издеваетесь. Хорошие сигареты. Слушай, ну если хорошие сигареты, давай тогда мы эти выкурим, наверное. Ой-ой-ой, ты посмотри. Смотри. О, у меня такое складывается ощущение, что... Ой-ой-ой, зря я, наверное, это сделал. Да ладно, прям никто не услышал. Ой, блин, ты посмотри, сколько их здесь. Ядрен-матрен, ребят. В общем, надо... Увидит, увидит. Нет, не увидел. В общем, нужны отмычки. Нужны отмычки и нужна еда. Да до хрена что нужно, если честно. Да я даже, наверное... Опа. Что ты здесь делаешь? У меня есть совет для тебя. Что ты имеешь в виду? Я знаю, что у тебя хорошие отношения с этой женщиной, но это всего лишь кроватные отношения. Ты ведь не станешь рисковать ради нее жизнью, правда? Каков твой план? Я не должна тебе говорить, куда я иду. Сфокусируйся на себе и оставь меня в покое. А, уйди от меня. Она действительно считает Кэтрин угрозой для нее. Я не могу представить, что она сделает. Ничего не надо нам представлять. Единственное, что нам надо, это как-то пожрать. А жрать нету. Жрать-то нам нечего. Так, давай, наверное, сделаем так. Это убери вот это вот все. Что этот напиток делает? Повышает дух жизненной силы. А если я возьму вот эти вот пилюли? Мне же нужна еда? Нужна. А, у меня чипсы еще есть. Я хочу попробовать обменять хавчик на пилюли, вот на это все. Но сначала мы сделаем вот так вот. Надеюсь, жиробас согласится со мной обменяться. Так, он находится у нас в супермаркете, да ведь? По-моему, здесь. Подожди.
Подожди, разве здесь он находится? Он в резиденции, по-моему, сидит. А не в супермаркете. Вот здесь он, по-моему, сидит-то. Жирный-то этот. Или в небольшой квартире. Не, по-моему, в резиденции. Так, жирный. Добро пожаловать. Так, смотри, у него есть тарелка супа. Это было бы неплохое подспорье. Давай попробуем. Так, я надушился, все нормально, от меня пахнет, зашибись. Пробуем. Ты издеваешься, что ли? Ага. Так, тарелка супа. Тебе нравится моя еда? Это большая честь для меня. Мои почтения. Так, давай. Он в плане только один раз меняет? Или один раз за день? Ну, туда я уже не успею доехать, да, получается? Что там с нашей картошкой-то? Сколько там еще ждать-то? 20 часов еще ждать. Пока наш картофан созреет. Так, друзья мои, ванная. Вот, я, наверное, думаю, надо поставить профессиональную теплицу. Да. Тю-тю-тю-тю. И починить. Вообще ничего не могу приготовить. Так, ладно, возьмем отмычки. Отмычки-то, надеюсь, у меня есть. Так, быстро добавим. Стрелы тоже. Возьмем эту отмычку и... Так, покурим, наверное. А где мультитул-то мой? Вот он. До утра. Ну, эта ночь спокойно прошла, смотри. Вот с едой мне не нравится, что у нас происходит. С этой едой вечный бардак. Так, ну что, у нас приготовилось, нет? 4 часа ждать. Фиг с ним, я не буду здесь, ребята, засиживаться, я пойду дальше. Значит так, первое здесь где? О, что-то поймали, неужели пару крыс выловили? Да, что-то есть. Опа, крысы. Шикарно. Блин, хоть домой возвращайся. Ладно, мы сделаем немножко по-другому. Домой мы всегда успеем. Значит так, здесь мы отправляемся. Насколько помню, здесь мы забыли сейф открыть. Ну что значит забыли? Мы его просто оставили, у нас не было ключей. Вот он. В сейфах всегда, ребята, что-нибудь хорошее лежит. Там еда. Или еще что-нибудь. Посмотрим, что тут. Открывай как-то побыстрее, ёк-макарёк. Еле телится, а? Ошибочка вышла. Ладно, ребят, ничего страшного. Ресурсы тоже нам нужны. Блин, ну ты посмотри, вот эти вот поганцы. Что, у меня 3 патрона всего? А, нет, 21. Так, отлично. Значит, теперь... Что теперь, пойдем туда или... Или лучше откроем новую местность какую-нибудь, посмотрим. Можно вот здесь глянуть?
Доезжаем 17 за 17 минут, а исследование занимает целый час. Я офигею. И дом. Это, друзья мои, самый обычный дом. Ну как, блин, самый обычный? Ну что поделаешь, увидел он меня уже, увидел. По башке сразу получила. Она же хотела была орать. Давай смотреть. Ну, хотя бы пшеницу нашли, кстати, 5 штук. А пшеница и... Вон, сейф там у нас. А пшеница... А, пшеницу... У нас только... Ё-моё, да ладно. Ну что ты там хрюкаешь, хрюкало? А, мы можем здесь вот зайти, да? Ну ядрёно, Матвей, ты специально сюда прёшь, блин. Чего? Да, тут моя дубинка что-то как-то... Она вообще здесь не котируется. Ты видел, сколько я ему со спины нанес урона? Я, наверное, плевком бы больше нанес урона, чем этой дубинкой. Да. Топорик нужен. Ух ты. Что это за книжечка такая? Так, журнал ужасов. Журнал ужасов с захватывающим сюжетом, который трудно забыть. Он может улучшить настроение читателю, но и также сделать его испуганным. Повторное чтение не даст такого же чувства. Ага, вот, мы поднимаем все настроение. Зачиткой книги мы с тобой поднимаем настроение ему. Так, значит, получается здесь тут шкаф и там шкаф, и все. И дом залутанный. А еды так никакой мне и не дали, я смотрю. Сейчас бы что-нибудь перекусил бы с удовольствием, с огромным удовольствием. Да что вы... Ну что это они дают, блин? Фигню полную, ребят. Кожу всякую чушь. Блин, тут гнилая картошка. Так, у меня... Инвентарь переполненный же, да, получается. Ну что, мне ехать отсюда, возвращаться до дому, а потом опять сюда ехать? Ну это накладно получается. Это, ребят, накладно и по времени получается, и вообще накладно. Надо у машинки движок лучше сделать, чтобы мы с собой тих, пули просто. Кстати, у нас, наверное, тут, да. Это у нас, к сожалению, профукалось. Так, ну что, давай посмотрим, что я могу сделать. О! О, что мы можем тут делать? Тарелка наивкуснейшего супа с тушеной крысятиной, который я с удовольствием сейчас прямо и съем. Вот. Так, дальше. Это, наверное, сразу разберем на порох. Сразу на порох. Быстро добавить. Гнилая картошка. А, гнилую картошку. Я просто думаю, что вот мне надо. Гнилую картошку все-таки сажать.
Почему процент выживания 50%? Табака 33. Вроде бы теплицу делал, да? Все. Теплица есть. Почему-то я думал, процент будет какой-то лучше. Нет. Сажаем. А, время, ребята, 3 дня. Был, раньше было 4 дня, теперь 3 дня. Значит, все-таки есть какой-то эффект. Защитная стена. Ладно, это мы с тобой изучать будем все потом. Так, у тебя... Это нам не надо, это нам не понадобится. Или, или взять. Я не знаю, давай возьмем. Так, а отмычки у меня нету. Как-то так. Две отмычки делаем. Ну что, время еще есть. Я могу себе позволить, наверное, все-таки... Поехали. Дособираем здесь все, что есть. Все, что я не успел залутать. Здесь лут этот, на самом деле, сгулькин нос. Нос. Вот и все. Вот и, ребята, весь дом залутан. Так, ну что, я предлагаю теперь. У нас, в принципе, есть время. Немного, конечно, но оно есть. И вот я думаю, либо мне открыть. Там же частное исследование же еще, да, пустят. Давай попробуем, рискнем. Так, это тоже дом. Ребят, я, короче, сваливаю отсюда. Успею? Успею. Должен успеть. Угу. Тютелька в тютельку. Уже запищала там. Вот, что мы тут. Это все разбираем, это разбираем. И все это быстро добавить. Отдайте мне только, пожалуйста, мои эти... Отмычки. Так, ну что, у нас есть время. Я могу что-нибудь поизучать. Да, как сказать, до утра, да? У нас там с едой вообще, по-моему, беда. Нет, еще нормально. А, вот это что делает такая штука? Так, лучше на ловушку, устанавливающаяся рядом с укрытием. Наносит большой урон зомби, пытающийся вломиться. Ломится в дом, короче. Чуть... А, мы можем с тобой даже вот так вот сделать. Хот-дог. Давай, хорошие сигареты. Чего никому не помешали, да? Так, хот-дог. А он еще и настроение поднимает. Ну что, до утра? Кто-то стал спать до утра, совсем чуть-чуть. Блин, и вот если бы я не спал бы, блин, забор бы у меня не был бы сломан. Я бы киморнул на свою беду. Починить тоже не могу. Так, ну что, пойдем в тот дом.
который мы видели. И будем лутаться вот в этом. Заходим. Так, а там крикунья. Да иди ты в пень. Придурочная. Да я лупану, наверное, здесь. Еще и слепая, на, идиотина. Услышат? А нет, не услышат. Всего лишь железо, один кусок, блин. Один кусок железа, офигеть. Как дофига, в домах нет еды. Да что ты будешь делать, что вы не свистите-то? Нашел пшеницу я там. Этого зомби я помню. А он еще и на улице стоит, да? Но я тебе скажу, что тесак, вот этот тесак намного лучше, чем бита. Чем та самая бита. Сюда, наверное, нет смысла идти, да? Потому что там абсолютно нечего лутать. А здесь еще можно глянуть. То есть, скорее всего, здесь последний лут будет. Ага, ага. Так, сейчас, подожди, дай сообразить. Боль утоляющая. А, ну да, мы сейчас можем просто вот это вот в железо переработать и все. Да, все, ребят, здесь лута больше нет в этом доме. Давай сюда отправимся. Блин, я ищу еду. Мне бы и дерево, честно говоря. Санаторий Уэверли. Про него же он что-то говорил. Смотри, какие чуваки. Это что за новый, блин, вид зомби? Еще причем быстро так ходит. Попробуй наказать. Что она сделала сейчас? А что она сделала? Я не помню. Вонь до небес. Так, повышение запаха от вашего тела на короткое время позволяет зомби легче вас учуять. Они еще... А, ну вон, да, запах от меня идет. Это вот она взорвалась, да, и получается, понял я, короче. Да иди ты в пень, ты что, учился? Нет. Сейчас я вам накажу. То есть, пока от меня вот эта вонища стоит, я не могу к ним подкраться сзади со спины. Вот в чем беда. Такая делает вид, что типа не видел меня, да? Что ничего не знает, идет потихонечку себе. Там еще и крикунья идет. Там, блин, еще и крикунья, чертова.
Истеричка сейчас начнет тут верещать. Так, у меня по состоянию здоровья все норм. Хрен там. Три бинта нужно, у меня кровотечение висит. Услышала, прикинь, услышала. Бежит. А чё же эти-то не пошли? А нет, ёпрста, они все идут сюда. Я предлагаю смыться отсюда. Но это, друзья, тоже как-то не вариант. Туда-сюда мотыляться, блин. У нас не ближний свет этот. А он что, еще и несколько этажей в нем? Получается так. Что там? Просто лутать, что ли, можно? Слушай, ну это хорошо. Когда нет зомби. Ага, рюкзак полон. Серебряные сережки. Все это пригодится мне. Так, дай-ка я гляну сюда. Хавчик нужен, хавчик. Доски. И мишка. Очень симпатичный, но старый плюшевый мишка. Как думаешь, я успею, например, съездить домой, выложиться? И обратно туда съездить? По идее, должен, да? Так, это разобрали. Остальное все просто выкладываем, да? Отмычку я все-таки одну возьму. Как-то так. Есть картошка. Можно сделать хлеб. Сколько я помню, хлеб не особо много нам добавит еды. Хотя нормально, ребят, нормально добавляет. Здесь абсолютно ничего изучить уже не можем. Так, нам нужны бинты. Насколько я помню. У меня же кровотечение висит. У меня лежит кровотечение, висело кровотечение. Так, теперь его нету. Я вот все думаю, успею я залутать или не успею. А забор починить могу? Для забора нужна проволока медная. Зря, наверное, надо было оставлять себе деревянный, блин, забор, да и все. Так, у меня походу все изучено уже, да? Ну да, она остается рядом с этим, рядом с домом у нас получается. Вот этот вот капкан-ловушка.
Делаем патроны. Без них никуда. Угу. Давай, делай, не стесняйся. И вот теперь я, наверное, киморну. До утра. Дело дрянь. Да. Они сломали мне защиту, говорит. Да что там опять со здоровьем, твою налево, блин. Алкоголем лечится он. В общем, нужна проволока. Так, вначале отправляемся в старый дом. Я ловушки-то, отмычки взял с собой? Ладно, сгодится. Так, забираем все. Этих плешивых мишек всех. Газетку читаем. Так, это новости. Сегодня во время интервью сенатор Мойра Альфред раскрыла свои намерения изловить все банды. Мисс Альфред заявила, что предложит губернатору укрепить вооруженные силы и искоренить местные банды, чтобы дать обществу мир и безопасность. Благодарим вас, мисс сенатор, за то, что вы есть. Мисс сенатор. Так, подожди, где-то еще? А что еще не залутал? Здесь, наверное, да? Так, что это за письмо? Кара, какой приятный сюрприз снова услышать тебя. Я не знал, что мистер Фреда будет навещать вас. Какой же он милый. Я понимаю, насколько сильно моя ошибка тебя затронула. Доверься мне. Нет ни одного дня, в котором я не думал бы об Ангеле. Марфин нашел меня несколько дней назад. Здоровый, крепкий, молодой человек. Спасибо, за что за эти годы так хорошо его воспитывала. Я сделаю все возможное, чтобы стать ответственным отцом. Даю тебе слово. Надеюсь, скоро тебя увижу. Возможность увидеть тебя была бы моей силой двигаться дальше. Надеюсь, вскоре услышу твой ответ. Ливингстон, 9 июня 2013 года. Ответ Дональда. Ответ Дональда. Так, ребят, в этом доме больше ничего нету, поэтому он считается для меня бесполезным. Санаторий или... Они, конечно, мне дают дофига всяких таблеток, это, но мне нужна еда. Фиг ли мне эти таблетки ваши? Таблетки я могу сам сделать, а вот еду с таким этим на спине, с пузырем. Я не могу понять, что у меня сопли-то, насморк. С чего вдруг? Так, знаешь, такое ощущение, как будто вот когда аллергия у кого-то есть на что-то, знаешь, там на шерсть, вот такая фигня. Начинаем глаза слизиться и остальное все. Ну, конечно, ну, конечно же, у меня закончились... Я, наверное, вложу шину. Почитаем книгу. Я, Эндер Фред, родился в июле 1953 года. Мне было 73, когда я начал писать об этом. Я родился в маленькой деревушке во время революции. Мой отец был лидером партизан. Я ни разу не видел моего дедушку, но я слышал, что он был убит на одной из оппозиционных демонстраций в 1941 году. Я думал, что это и было главной причиной, почему мой отец пошел в партизанское войско. Моя мать была медсестрой в партизанских отрядах. Их брак был результатом революционной любви или их жалости друг к другу, потому что ее отец кончил так же.
Я единственный ребенок в семье. Однажды мать сказала мне, что во время беременности мой отец не хотел, чтобы она родила меня, потому что это время войны. Но моя мать не могла просто меня отпустить. Поэтому я родился в этом мире во время войны, этой проклятой войны. Воспоминания о моем детстве наполнены запахом пороха, ржавчины и крови. И все благодаря этой проклятой войне. В мае 1958 года правительские войска начали окружать повстанческую армию. Среди самолетов, пушек я впервые увидел запутанность в глазах моего отца. Повстанческая армия продолжала атаковать, но мой отец сдался им вместе с моей матерью и мной, становясь позорным предателем. Я знал, что это все из-за меня, из-за этой чертовой войны. Да, так, где? Вот она. Это мы разобрали, эти доски мы забрали. И даже еще жену эту тоже я заберу. И даже кроме этого, тут еще лута дофига. Вот тут, например. Но самое удивительное, что еды я еще вообще не нашел. Не нашел. А тут сколько этажей? А, тут две комнаты. То есть вот тут еще одна комнатушка. Слушай, что-то тут какой-то зеленый оттенок. Это что такое? А, это лаборатория же этого деда Пердуна. Дюка. Или как вот. Это что такое? Неизвестная пилюля. Ага, ага. Очередной раз, да? Все это откроется, и в очередной раз нам надо будет что-то делать. Я уже на эти уловки не попадусь. Ну что, пойдем поговорим с ним. Ты приехал сюда. Как тебе здесь живется? Если у тебя нет ничего важного, то оставь меня в покое. Я хочу сфокусироваться на исследованиях. Я просто беспокоюсь о тебе. О, если ты хочешь получить лекарство, то помоги себе или просто перестань заботиться обо мне. Я очень занят своим исследованием. Если тебе нужен материал, то прости, у меня такого нету. Ладно, ты помешан на своих исследованиях. Не забудь сделать перерыв. Это трудно. Большой брат подгоняет меня. Но ты не можешь работать весь день, ты должен что-нибудь есть. Принеси мне лапшу быстрого приготовления, если ты действительно заботишься обо мне. Ладно. Хе. Лапшу ему быстрого приготовления. А по губам тебе не дать тесаком? Лапшу быстрого приготовления я бы сам бы не прочь поесть. Понимаешь, дело в том, что если я даже отсюда уйду, если я даже выложу здесь все, это опять туда ехать, опять брать что-то выкладывать. Такое себе удовольствие кататься туда-сюда, если честно. Из еды вообще ничего не осталось. Мне кажется, надо идти к Жарабасу. Опять с ним торговаться.
Интересно, он будет принимать вот эту вот тухляк? Мне кажется, вряд ли. Хотя, кто его знает. Таким способом мы можем, кстати, от этого тухляка хотя бы избавиться, чтобы он у нас в инвентаре не лежал. Я думаю, что это будет справедливо. Так, у меня еще есть чипсы. Про чипсы и консервы вонючие возьмем. Ну что, попробуем? Намазались, короче. Так, он в резиденции у нас. Я, если честно, рассчитывал, что когда мы найдем... В плане... А, он мертв? Листок бумаги на его теле. Это последнее непослушание, большой брат. Этот большой брат сумасшедший убийца. Толстяк, блин, как же я без еды, блин, ты чё, ты... Это подстава, ребята. Это просто подстава, ты понимаешь? Твою налево. И где я теперь буду брать еду? Да. Теперь я остался без еды. Буду расстреливать нафиг зомби к чертовой бабушке. Тогда я не буду с ними церемониться. Поехали. Но в торговой точке, ну, должен же быть, блин, ребят. Так, дайте я возьму эту штуку. Сейчас проверим, насколько он мощный. Хлыщ. Сейчас буду просто расстреливать тут всех. Ну что, услышал, говнюк вонючий? Побегаю тебе сейчас за мной. Ну, как же без тебя-то, ну? Хлопун. Как и в этом, одни из нас звали Топляк, ё-моё, точно, Топляк. Топлячок. Всякая чушь, ребята, выползает, лезет к нам в руки, а что-то действительно стоящего просто нету. Мне нужна сейчас еда, как я не знаю кому. Ее просто нету. Так, тут напрашивается, да? На пулеметную очередь, я так понимаю. Ой, как он хлопнул. Идет, здоровяк. Медленный такой тугодум. Слушай, он тугодум, но он тут, смотри, какой. Ой! И чё? Ты увидел меня? Да какое ты? Все-таки его наказал. Что-то как-то так патроны быстро закончились у нас. Да куда ты бежишь-то? Да давай, лутай. И парка нету, понимаешь? Был бы какой-нибудь парк. О, это что? Пипец, ребята.
тухлая тухлая тушенка, ты понимаешь? Это... Если я ее съем, у меня, наверное, будет проблема, но... О! Там отмычка нужна. Так, а тут несколько... Тут один этаж. Ни патронов, ни отмычек. И возвращаться уже смысла нету. Я рискую, ребята. Что, заболели, да? Это вылечить можно хотя бы. Ой, прикинь, плесневелый хлеб. Да, я вижу, что настроение под... Ну, плесневелый хлеб добавляет столько мне этого. Ну-ка. Блин, хорошо, у нас все есть. Мы можем вылечить эти все раны. Но я не ожидал, что плесневелый хлеб прям аж вот так вот мне... Да, блин, забор. Что для забора нужно-то? Блин, железа не хватает. Подожди. Теперь-то хватит? О, да, ребят, починим забор. Нафиг, чтобы я хотя бы мог поспать, если что. Слушай, ну на самом деле не все так плохо. Если мы можем с тобой лечить раны. Ну, не раны, я имею в виду... Оздоровляться. То... В принципе, можно хавать все. Получается так? Такой расклад меня устраивает. Тогда у нас тут, фух, еды еще... Жалко, что он не может тухлятину готовить. Где мой массажер? А зачем я буду сейчас, ребята, использовать? Нам надо кеморнуть лучше. До утра. Смотри, ночка спокойная вроде. Слушай, а что если я помоюсь? У меня же настроение повышается от мытья. Вода у нас вроде как есть. Почему бы мне не помыться? Хотя бы так. Беру отмычку. Да и патроны, наверное, все-таки сделаю. Куда ты бежишь-то? Патроны. Сразу 50 штук, ребят. Че, я не буду мелочиться нафиг. Все. О, тут у нас... А, еще готовится. Ну что, я поехал... сюда. Долутаем этот сейф. Если что... Блин, я еще не снарядил ничего. Если что, возьмем автомат и... Ну, сам знаешь, что будет. Жирная тварь, а? Давай, в сейфе должно быть что-нибудь нормальное. Что-нибудь должно быть хорошее. Как ты долго вскрываешь эти сейфы, а? Нифига ты не этот, не взломщик. Ладно, железо, шкурки, пойдет. У нее аромат. А обувь, что ли, здесь продавалась? Ну, пальтишко. Так, и последний где-то. Вот он, последний лут. Забираем и шемин там отсюда слетаем.
слушай, это что такое? Мята. Освежающая мята, которая может временно улучшить восприимчивость потребителя, что позволит ему быстро найти определенный предмет. А какой именно определенный предмет? Странно. Так, ребята, дальше у нас санаторий вот этот вот. Погоди. Пока не будем, наверное. Хотя, подожди, вот это вот можно разобрать. Это же кожа у нас, да, вот это вот. Кожа, вот это вот можно тогда разобрать. Ну да. Фига. Фига там. Это он так орёт, что ли? А взрывается она вообще великолепно, да? Да это типа мини-босс, что ли? Нафиг, я думал, сейчас с такой подорожал, думал, сейчас как взорвется нафиг. Фига с ним в рукопашку, лучше, ребят, не это, не встревать. Я-то думал, что он тут что-нибудь такое путё... Ну да, конечно. А мы... По идее, они должны уйти. Куда ты... Так, вот это было сейчас борзота, конечно. Два раза меня полоснуло. Ага. Не успела. Хотел уже замахнуться, но, видишь, я ее опередил. Так, что-то здесь где-то есть, ребят, потому что, ну, лут еще, как видишь. Лут в силе. Но где он? Так, тут у нас шкаф. Погоди-ка секундочку. Ну там профессор. Там это совсем другая комната с профессором. А здесь где-то должен быть. Где-то я пропустил чего-то. Какой только вот стороне, непонятно. Может быть... Ага, вот здесь что-то есть. Еще где-то. Так, это уже выход. Я же не уйду, пока тут все не допроверю, ребят. И этот чувачок просит... Ага. Этот чувачок просит лапшу. Да-да, быстрого приготовления, ребят. Не надо там. Тихо-тихо. Опять этот, что ли, идиот? Вон он ходит, здоровый этот. Бестолочь-то. Он же. В плане, тут что, второй этаж, что ли, есть? Этого сюда снес. Я не знаю, как это работает, ребят. Кого-то сюда бьет, кого-то не сюда бьет, блин. Не... Есть ли смысл мне идти на второй этаж? Ё-моё, сколько у вас там, блин, стоит ублюдков.
там что такое, не понял. Еще что ли высший этаж? Ой. Это что такое? Маска. Простая, но прочная хирургическая маска, которую можно использовать для создания противогаза. Для создания противогаза. А в принципе я не удивлюсь, ребята, противогаз, может быть, он это нужно будет для... Фиг знает, может тут газ где-нибудь будет. Может же быть такое. Я думаю, что вполне. Эх. Так, подожди, дай-ка я гляну. А, тут три этажа. Тут три этажа. Так, это сейф. Отмычка у нас есть? Почему так делают? Специально, что ли, чтобы он... А, не успел, гаденыш. Показалось мне. Думал, что вроде как кто-то крякнул там. Время, ребят, не забываем про время. Сейчас будем валить отсюда. Я понимаю, что тут еще лута много, но мне нужны патроны, это раз. И... Отмычка есть. Патроны мне нужны, чтобы с этими гаденушами тут разбираться. Я манал туда идти. В рукопашку не прокатит. Я думаю, кого он мне напоминает по вот этому рычанию? Что-то я запамятовал. Где выход-то у нас? Так, мужичок, давай как-то, блин, как-то быстрее все это дело. Надо отсюда валить. Время-то вон уже сколько. Ну, мне что-то как-то немножко даже спокойнее стало, что мы теперь можем с тобой хлеб жрать. Ну, единственное, что, конечно, таблетки должны быть. Если таблеток нету, то... Сам понимаешь, и хлеб такой плесневый будет не в радость. Помчались, короче. А в этих, в парках, в центральных, в этом... Все, ребят, больше не ловится почему-то животина, к сожалению. Так, у нас еще и урожай созрел. Сажаем. Буду жить на одной картошке. Как картофельный этот. Папа. А сколько он делает патронов? А, 20. О, у меня тут есть, ребята, улучшенный. Тут ванна есть и дождевой навес. Что делать-то лучше? Даже не знаю. Но винтовка, по идее, должна быть мощь. Может быть, арбалет лучше сделать? Почему арбалет, ребят, прикольно? 100% он тихий. Тихое, ну, оружие, по идее, да? И убивать он должен тоже тихо. По логике вещей, если положить. Так, у меня где-то здесь должны быть стрелы, я помню. Так, отмычку. 6 стрел. Настроение падает, конечно, из-за этого.
Ладно, есть сигаретки у нас. По-моему, кола тоже поднимает настроение. Но только так слабенько. О. Зато смотри, зато я ху. Прям хоть час на единую войнушку. Пару картофельных сделаем, да? Так, что у тебя там? Лечимся, лечимся. Так, нам надо будет... Ага, не тут-то было. Отмычка где? Отмычка здесь есть. Патрон могу сделать? 50 штук сразу же. Блин, вот опять же, вот я сейчас сделаю вот это все, да? И с этим таскаться? Тогда давай выкладывать этот арбалет. Блин, так у меня автомат поломанный. Выкладываем тогда арбалет. Блин, он экипированный у нас. Делаем так. Спим до утра. Спим до утра. Поехали, короче. Поехал я... Подожди-ка, у нас вода копится, все отлично. Значит, добираем здесь в санатории лут. А лута тут дофига. Мы уже убедились в этом. Единственное, что... Монстров дофигища. С этим придурком даже сталкиваться не буду. Сейчас просто заберу вот здесь вот лут и все. Он пошел в задницу, как говорится. Пускай там рычит, кряхтит. Я даже не вижу, где он там. Он мне не актуален. Вот здесь вот то, что три комнаты, это, конечно, да, три этажа. Вот, самая главная комната. Сейчас попробуем здесь разбомбить этих хламонов. Да в плане, ты куда побежал-то? Вот и все. Перезарядился, молодец. Я не знаю, как винтовка. Винтовка, наверное, типа как снайперская, что ли, бомбит. По идее, должна, наверное, на раз убивать зомби. Ну и грохоту, наверное, у нее будет прилично. Почему здесь нет? Почему в этих играх нет глушителей, а? Вот это мне кто-нибудь объяснит. Может, я хочу по стелсу. Почему мне не дают такого права? Бомбить по стелсу. А, все, эта комната уже пустая. Весь... Да куда ты лезешь-то? Я хотел... Нет, я хотел... А вот эта вот комната будет, ребят, просто огромная. Ой. Я только сейчас увидел, что...
Ага. Противогаз нужен. Так, подожди, а как мы сделаем противогаз? У нас только одна деталь есть. У нас есть только одна деталь. Там какая-то марлевая повязка на лицо. Ну, там написали, что это одна из деталей для того, чтобы сделать противогаз. Туда без противогаза, понятное дело, идти бесполезно. Кстати, мы вот у старика-то все залутали. Да, конечно, все залутали. Сейчас мы тут с тобой все заберем и усвистаем. Вот теперь все собрали. Вот теперь все собрали. Значит так. Есть предложение. Есть предложение вернуться нам на базу, выложить все и пойти на новую территорию. Я думаю, возражений не будет. Ну да, да. Почему отправиться нам надо, ребят? Ну потому что у нас нет в рюкзаке места. Только лишь из-за этого. Патроны, как они быстро заканчиваются? Блин, дробовик что ли делать? Я не знаю. Чтобы бомбить. Вот, вот он, кстати, эта штука. Простая, но прочная, которую можно использовать для создания противогаза. Для создания противогаза. Для создания противогаза. Дай-ка я почитаю книгу. Могу я еще сделать себе немножко патронов? Нет. Потому что не хватает пороха. Слушай, подожди, а я насколько... А, вот он, дробовик. Ха, железа не хватает. Че у нас тогда выбора особого нету? Я тогда выкладываю. Вот это. Беру арбалет и стрелы. Заодно и посмотрим, насколько он хорош. Этот арбалет... Так, санаторий. Подожди секундочку, опять сейчас поехал бы без отмычек. А чем там не залутали-то? А что мы в санатории не залутали? Даже, честно говоря, не особо мне хочется знать, чем там не залутали. Мне надо открывать новую территорию. А, в санатории. Мы же с тобой там не были в этом. В газовой комнате. Там лут должен быть. Поэтому мы его не собрали. Так, найдено дом... О, дом большого брата мы нашли. Опа, опа, опа. Ты прикинь... А может быть, я здесь могу... Да, вряд ли я тут смогу что-то делать. Разве ты не заметила? Большой брат — чрезвычайно опасный человек. И что? В прошлом у меня были хорошие отношения с ним. Я могу сделать это снова. В прошлом у тебя была власть. Теперь ты просто обыкновенная женщина. Он все время ходит с пистолетом. Ты не боишься того, что он случайно в тебя выстрелит? Но мне трудно продолжать выживание без него. Он-то... Ха, ты все время нас подслушивал? Как ты думаешь? Так, большой брат действительно очень опасный человек. Ты должна знать, что большой брат опасный человек. Я не прошу тебя оставить его, но... Ну что, говори уже. Но не так уж и важно делать все, что он скажет.
Верно, большой брат и так сделал много чего в прошлом. Чего ты знаешь? Не нервничай, то, что было, уже не имеет значения, не так ли? Однако, может, большой брат использует тебя в качестве секс-игрушки, чтобы отомстить за то, что ты сделала против него в прошлом. И что будешь делать, когда он устанет от тебя? Стой, я хочу некоторое время побыть наедине. Ага. Побежала обдумывать. Кажется, ты много знаешь о прошлом Мойры и большого брата. Ну, типа того, может быть, когда-нибудь мы сможем поболтать об этом. Теперь я должен проверить эту сумасшедшую женщину. Было бы ужасно, если бы с ней что-то случилось. Я не хочу, чтобы меня преследовал этот жестокий человек. И тоже сваливает, да? Люк непрост. Ну, у него тут тоже жилище такое неплохое, да? На самом-то деле. Посмотрим, что у нас тут. Так, гостиница «Зеленая красота». О, ты видел как? Слушай, очень даже неплохое оружие, ребят, на самом-то деле. Это что еще такое? Так, фильтр для воздуха. Воздушный фильтр даже в отличном состоянии. Его можно использовать для фильтрации токсичных... Ага. Кажется, я нашел вторую деталь для противогаза, наверное. Слушай, оно бомбит довольно далеко. Ой, далеко. Единственное, что мне не нравится, что... стрелы не остаются. Вот это вот плохо. Сейчас я этого попробую шваркнуть. Так, это у нас там бейсболист, да, шоркается? Да ё-моё, вас тут дофига, что-то, ребят. Не хватает арбалетных болтов. Так, я здесь сейф вроде видел, да? Ага. Да ну! Но она не идет. Она не идет, она стоит там на месте. Ой, ой. Уходи отсюда, парень. Слушай, я, наверное, арбалетных стрел наделаю. Если они дешево стоят. Знаешь, что я тебе скажу? Мы тут засиделись, ребятушки. Тут еще и два этажа, блин. Время-то, посмотри, сколько времени-то, блин. Сидим тут, лясы точим, блин. Мне же еще надо уехать, блин. Ё-моё. Успею ли я? Прям тютелька в тютельку, ребята. Прям вот к бабке не ходи, как говорится, успел. Так, давай разбирай здесь это все. Да куда ты выкинул-то? Так, вот это вот, например. Так. Непонятно, как это должно работать. Наверное, никак.
Циркулирующий фильтр для воды. Фига себе движочек. В общем, я остался без всего. Мишку этого плюшевого, куда его девать? Картошку, что ли, съесть? О! Массовое пивоварение, массовое. Нифига себе. А это прекрасный парфюм. Да. Да я спать, наверное, нет смысла пока спать. Настроение поднять можно. Таким бренчанием. Блин, все равно придется спать, да? До утра, блин. Приперлись. Блин, машина тоже еще уже какая-то покоцанная получается у нас. Так, беру отмычки. Блин, неужели с ножом буду там разбираться с ними, а? Взял отмычки, я вообще все взял. Ничего нету, ничего не могу сделать. И отмычки не могу сделать. Вообще замечательно. Вот об этом я всю жизнь мечтал, ребят. Чтобы у меня не было ни отмычек, ничего. Давай сюда зайдем. То есть, как ни крути, придется бомбить их по стелсу. Угу. Магазин Орм. Он еще и двухэтажный, блин, да ядрен матрен, но... Нафиг пошел в наглую. Блин, ты так Квазимода там стоит, а? Ё-моё! В общем, я понял. Давай здесь посмотрим, блин. Найдено гипермаркет Салем. О-хо-хо. Чё за бред, блин? Я не смогу тебе не лутануться, нифиг. А, так смотри, мы с тобой открываем дальше. То есть мы здесь, оп, открывается территория. Значит, нам туда вон, надо вон двигаться. О, дом. Дом и тревет, хорошо. Пару ударов и вынес. Ага. Фига нас слышит, видел? Нормально. Все-таки есть тут крит, ребят. И крит решает. Но это именно со спины надо бомбить. Когда ты напрямую, ну, эффект не такой. Когда ты лицом к лицу с ним, короче. Эффект абсолютно такой. Так, а я отмычки не выложил. Я эту говнюку сейчас вольну все-таки.
Пойдет сюда? Ну, вот, блин, ну этот идиот, блин, косолапый. Ну, что ты прешь-то сюда, ё-моё? Идиота кусок, а. Так, у меня здоровье, ребята. Опять какое-нибудь кровотечение, да? Саданул сопляк, а. Отмычки, блин, не взял. Судара, нафиг ее, правильно. Очень много дают таблеток. Я, в принципе, ребят, догадываюсь, зачем тут дают так много таблеток. В плане, ты меня увидел, что ли, швабра? Таблеток здесь дают много, потому что мне теперь придется сжирать тухляк. И чтобы не умереть, вот тебе таблетки. Секешь? Раньше нам давали еду, а теперь нам дают просто таблетки. Жри, как говорится, и не морщись. И получается, здесь только лишь один сейф остается. Да. Так, времени мало, поехали до дома. Могли бы, конечно, дома где-нибудь и там оставить. Недалече, блин, до сюда пока доберешься. Да и кинжал, кстати, этот тесак заканчивается. Картошки, блин. Кстати, у нас это же надо вылечить. Что я хотел это делать? Слушай, может быть, вот здесь где-нибудь противогаз делается, нет? Во! А, так вот тут что нужно. Такой штуки у меня нету. Так, ладно, ребята, берем отмычки и, наверное, будем на сегодня... Ага. Берем отмычки. Отмычек у нас нету. И сделать не могу. Ну что, друзья мои, я тогда предлагаю, наверное, на сегодня... Сейчас сохранимся. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.